Эй! Есть курить? Ага. А наша дискотека продолжается. И в этот замечательный вечер у нас поздравление. Передают поздравление самому близкому другу Сережке, то есть Сергею Никитину. Сегодня у тебя счастливый день, день рождения. И желают тебе всего самого наилучшего. И только для тебя. Друзья пожелали поставить песню группы ХРДИ «Молодость». Ты, ёшки, только их не хватало. Молодость. Выкинь жвачку. Что делаешь-то? Подними. В рот сует, дура. Вытащи. Изабелла? Не наглей, в карман положи. Кто третья была? Смоталась. Кто была? Маша? Лена? Фёкла. Все равно найду. Что дома не сидится? Уроки вам делать надо. Карантин же. Мать твоя знает? Звонила ей? Короче, идите отсюда. Валите. Дядя Руслан, а сумка? Сумку и телефон заберете в дежурке. В сумке у меня были вещи. Хватит, содержимое я конфисковал. Сам, наверное, выпил. Все, уйдите. Ладно, ладно. До свидания. До завтра. Не ерзайте тут, домой. Дай паспорт.
Николаев Василий Семенович. Николаев Василий Семенович. Посмотри на меня. Неплохо они тебя. Это ты? Вася Николаев? Да. Брат Степана? Да. А ты Руслан? Да, я Руслан. Постарел ты. Ну, время идет. Да и ты не лучше выглядишь. Ребенком был, худым, лопоухим, был ушлепком и худым, как гвоздь. Да ведь? Было дело. Где пропадал все эти 20 лет? С города в армию забрали. В Хабаровск. После возвращения осел в городе. И что ты там делал? Да так. На учебу поступил. На сварщика. Не отучился. Бросил. Понятно. Жена, дети? Жена есть, два сына. В городе остались. Алименщик я. Как до такого докатился? В городе за хорошей жизнью гнался. Ну и как? Нашел? Да так. Надолго приехал? Не знаю. Может, навсегда останусь. Понятно. Припозднился ты с приездом. Ну все, парни, заходим. Заходим. Заходим, заходим. Давай, давай, заходим. Куда? Как куда? Заходим. Что делаешь? Все, заходим, заходим. Да ну нафиг. Эй, что творишь-то? В обезьянник этого. Отпусти, он же со мной. Твой человек. Да, мой. Посчитал бы своих. Понял, понял. Иди сюда, быстро. Вот и пришли домой. Подожди, тут я к соседям за ключами. Да. Понял? Кто там? Это я, Руслан, открой. Руслан Николаевич, здравствуйте. Здравствуй. Почему дверь не открываешь? Ну так ночь же. Время-то позднее. Маша работу нашла? Да, нашла. С месяц уже работает. А Николай? Николай уехал. Поторопили его. Понятно. Соседа нового привел. Сын Николаевых. Помню, помню. Раньше тут жили. Да, тут жили. У тебя же копия ключей от дома. Одна копия в администрации, сейчас там закрыто. Давай сюда. Хорошо. Поищу. Подожди тут. Хорошо. Шустрее. Вот.
Все померли. Один я остался. А где сам пропадал все это время? Родители твои ждали. Что пьешь? Да так. Сок. Одевайся. К другу моему сходим. И выстрелил? И что? Ну, наверное, туалетной бумагой махал, а он подумал, что заяц. В живых остался? Конечно. Но крик стоял дикий. Всю ночь из задницы дробины вынимали. Вот вы приколисты. Кстати, помнишь сына Николаевых? Вася зовут. Припоминаю. Где ты видел? Не уверен. Ну, а этот, шуганный, который ударился о дерево, когда выбегал из заброшенного дома с нечистью. А, который о дерево ударился. Да, да, о дерево. Тот самый. Помню, помню. С города приехал. Может, работу ему придумаем? Ну, сейчас у нас котельные уже заняты. Надо посмотреть штаты кочегаров. Можно что-нибудь придумать? Давай, давай. Быстренько получится придумать. Жанна! Чё? Чё? Чё чокаешь? Нормально не можешь ответить? Проверь, весь ли штат котельных полный. Сам знаешь. Как это? Ты должна знать, ты же секретарша. В квартале Степанов. Один работает. Там можно место выделить. Наверное, ему нужна помощь. Понятно. Тогда Николаева запиши к Степанову, помощникам, в ту котельную. Временно возьмем на работу. Распечатай приказ и занеси, я подпишу. После обеда. В смысле? Сейчас сделай и занеси. Я сейчас подпишу. Да уж. Бывает. Васька, подожди в коридоре. Переговорю и выйду. Слушай, а у парня-то лицо не очень.
Ну, вот так получилось. А он пьющий. Что ли? Привет. Не узнала? Узнала. Когда приехал? Вчера. Холодно. Что расскажешь, плохая Вера? Какие новости? Плохая Вера. Васька. Тормоз. Тормоз, Васька. Перестань. Ну, рассказывай. Давно же не виделись. Не говори. Ничего нового нет. Живем как раньше. Работаем. Давно тут работаешь? 11 лет уже. Вот так вот. Ты навсегда приехал? Не знаю. Ну-ну. А ты? Вышла замуж или нет? Вышла, вышла. Точно? Сыну уже 9 лет. Понятно. А как наши одноклассники? Из одноклассников есть Толик, Толик, Анчик и Мира. Ну, маленькая, которая. Толстенькая, которая? Ну да, она. Толстушкой же была. Не такая уж и толстая была. Вот так вот. Что с работой решили? Оставь свой номер. Я тут спрошу и сообщу. У меня телефона нет. Как всегда. Эй, Васька, пошли. Да, сейчас приду. Ну все, я пошел. Хорошо, захаживай. Может, и зайду. Знаешь же, где я живу? Моя одноклассница, оказывается, тут работает. Ты давай хорошо работай. Не подведи меня. Ну что, приехал? Ну,
Приехал, ага. А мотоцикл где? Что за мотоцикл? Ну это, ты же одалживал у меня. Погоди, ты кто вообще? В смысле? Хозяин мотоцикла. Ну и? Когда я одалживал? В прошлый раз же одалживал у меня. К выпускному вечеру. Сказал, что вечером вернешь, и уехал. Вообще тебя не знаю. Как так? Как ты не помнишь? Как? И что тогда? Мотоцикл не вернешь? Слушай, я тебя вообще не знаю. И мотоцикл твой не брал. Ты это... Уходи. Уходи отсюда. Нифига себе. Как так? Значит, не вернешь мне мотоцикл? Так, значит? Да? Ничего себе ты наглый. Пошел ты! Козел! Козел! Вот так всегда! Как так? Мотоцикл! Мой мотоцикл! Кто это? Эй, ты, чувак! Эй, ты кто такой? Иди сюда! Боишься, что ли? Эй, ты, чмошник! Я тебе морду разобью! Ты куда? Иди сюда, сказали! Сбежал же, дятел! Thank you.
Вставай. Кто-то пришел. Что? Пришли к тебе. Кто? Не знаю. Что? Что тебе? Эй, чмо! Отдай мотоцикл! Да ты достал! Что за мотоцикл? Мой мотоцикл! Отдай его! Он мне нужен! Я твой мотоцикл видел 20 лет назад! Забудь про свой мотоцикл! Как? Он мне очень нужен! Отдай мой мотоцикл! На мотоцикле зимой ездить будешь? Ты дурак? Не гони на меня. Пошел отсюда. Ах ты так, да? Нифига. Я тебя убью тогда. Я же тебе объяснил. Как не понимаешь? Вы городские. Все такие. Вали, короче. Во сколько заканчиваем? Смена скоро придет. Ты домой пойдешь? А сколько время? 20:00. В гости схожу. Монет не подкинешь? Верну с зарплаты. Одежду себе найди, нормальную. Обладающих невиданным ярким блеском и превосходной игрой цвета. Для обладательниц утонченного вкуса у нас есть модельный ряд экстравагантных париков от московских фирм. Также Дмитрий порадует мужчин. Мужской ряд представлен в лучших традициях. Более 3 видов париков, оригинальные варианты, разнообразные парики на любой вкус. Магазин у Дмитрия – это твой стиль, твое настроение и твой ритм. Магазин париков у Дмитрия, адрес улица Ленина, 25, телефон 415-27. Будь на стиле, чувствуй красоту и следи за модой. Магазин париков у Дмитрия ждет вас. Прикольный момент. Якуты хорошо стали снимать кино. В смысле? Плохо же. Да ты брось, хорошо же. Ты же смеешься. Когда это якуты снимали хорошее кино? Вот, замечательный фильм. Этот парень хорошо играет. На глаза его смотри. Не смеши меня. Кстати, у тебя не будет старые шторы? Наверное, есть. Дашь мне, хорошо? Если есть, конечно. А то у меня шторы нет. Как отметили 10-летний юбилей окончания школы? Дай подумать, сколько нас было.
А много нас было, кстати. Большинство пришло. А тебя, как всегда, не было. А я это... ни с кем не общаюсь из одноклассников. В следующем году уже 20 лет будет. Надо заранее готовиться. Придешь? Нет. Я только с Демидом общаюсь, а он в Усть-Алданском Улусе живет. А кто виноват, что ты не общаешься со всеми? Почему ты приехал с города? Просто... на самом деле в городе хорошо. Классно даже. Но потом стало тяжело дышать там. А жена? Осталась. Мы вообще развелись. Дети? С матерью остались? Конечно, с матерью останутся. Теперь я алименщик. Ну и что? Кто еще будет твоих же детей кормить? Кто, кроме тебя, будет обеспечивать твоих детей? Не пойму я вашу логику. Все мужчины такие. Все, все, хорош. Давай поменяем. Классный фильм же. Классный. Давай я тебе что-то покажу. Что покажешь? Погоди. Смотри. Вера. Ну как? И? Ладно. А это что? Это же диск. Диски есть, ага. Ты смотри, помнишь, как зажигали на выпускном? Там еще фотографии есть, посмотри. А потанцуем? А? Перестань. Вспомним былые времена. Сейчас Дима зайдет. Не зайдет. Тихонечко. Давай, вспомним детство. Вера? Давай. Смотри, как я двигаюсь. Не присоединишься? А когда этот дядя уйдет? Скоро. Эй, чмо! Открывай! Открывай! Открывай, говорю! Ничего не сделаем! Открывай давай! Сейчас дверь выломаем! Открывай! По-хорошему открывай!
Открывай дверь! Открывай, открывай дверь! Открывай, говорим! Открывай! Сейчас через окно зайдем! Открывай дверь! Не прячься! Эй! Слышишь? Эй, чмо! Долго приехал? Возможно, навсегда. Будет видно со временем. Тоже мне навсегда. Ни разу не приезжал, когда родители были живы. Какие у тебя планы? Ну, это... На работу устроился кочегаром. Руслан помог? На могилы сходил? Хватит, перестань. Мы вот так и живем. Это наш сын. Андрей. Может, не знаешь. А это дочка Эмили. Это ваш двоюродный брат. Васька. Я на пенсии. Может, помнишь, я на почте раньше работал? Да, помню. Ешь давай. Не болтай. А показать вам кое-что? Показать? Приготовились? Дураком был, дураком и остался. Вот ты где, ведьма! Я изничтожу тебя! Уходи отсюда! Вот ты где! Готовься к смерти, нечисть! Болит голова или чувствуешь, что не хватает мозгов? Болит печень и сердце или что-то еще? Подснежниковая настойка от Дмитрия спасет вас. У вас станет все в порядке с вашим организмом. Ваши органы скажут вам спасибо и заработают снова силы. Настойка из подснежника от Дмитрия – лучшие лекарств и таблеток. Наши клиенты нам благодарны и советуют вам. Хочешь быть здоровым? Покупай и пей подснежниковую настойку от Дмитрия.
Офис продаж. Улица Ленина, 25. Телефон 415-27. Бывший магазин париков. Настойка от Дмитрия. Успей купить. У вас есть провод? Ну, залетай, залетай, говорю. Залетай. Не хочешь? Ладно. Опа! Уже что-то натворил? Да, я это... Просто стоял, курил, тебя ждал. Дежурный, иди сюда! Что? Издеваешься? Не понял. Всех запирать будешь. Этот разве здешний? Обожди-ка. Зачем пришел? Да так. Одолжи денег. С голода пухну. Холодильник совсем пустой. Странно все. Иду по улице. И никого не узнаю. Все изменилось. Странно. Бывает. Как-никак 20 лет прошло. Время идет. Жизнь меняется, люди меняются. А ты к Павлику сходи. Другу детства. В детстве вместе же бегали. Какой Павлик? А где сейчас Коля Неустроев? А он сейчас глава. Да? А ты ему поджопники давал. В школе же лохом был. Попробуй сейчас так сказать. А помнишь, была гулящая одноклассница? Много парней у нее еще было. Вика, где она? Женой моей стала. Джон ее взял после армии. А, да? Да. А ты? Женат? У меня была жена. Разошлись. Вот такие дела. Я же говорил, почему ты в город поехал тогда? Остался бы в деревне, как мы. Вот, смотри на меня. Свое хозяйство, дом, семья. 2 года тому назад купил трактор «Беларусь». Да? В этом году куплю рулонер. Понятно.
Хорошо обустроились. Конечно. Жена скоро рожает. 6-го. Должна родить. 6-го? Да, 6-го ребенка жду. Слушай, может, тяпнем? А есть что? Есть. Ну, тогда давай. Вспомним старые добрые времена. Нахулиганим, как в былые времена. Да ну. А чего? Вспомним молодость. Да не, старые уже. Немного выпьем, поболтаем. Жизнь говно. Все жопа. Как мое лицо? Два неудачника встретились. Черт пришел. Кажется, да. Слышь, как думаешь, золото оставил? А давай водки купим и у меня сядем. Тогда я... схожу в магазин за бутылкой, хорошо? Да. Хорошо? Чмо! Сигареты есть? Куда бежишь? Чмо! Дай закурить! Открывай! Открой, говорю! Что? О, Вика! Здравствуй! Где Павлик? Павлик спит. Спит он. Я же Васька! Не узнала? Уходи. Уходи домой. Как так? Я же не каждый день прихожу. Все, уходи домой. Что ты делаешь? Иди домой, отоспись. Вика! Вика! Как так? Что такое? Павлик!
Павлик! Здорово. Здорово. Вера дома? Зачем тебе Вера? Просто так. Хотел поговорить. В прошлый раз наговорились. Не хватило? Не ходи сюда больше. Не ходи туда-сюда. Не приходи больше, ты меня понял? Все. Хорош.
Открой дверь. Верни мой мотоцикл. Мой мотоцикл. Это же был единственный мой мотоцикл. И ты его взял и не отдаешь. Қалдан деки көрігі, сұлыстары туая бүл. Қандары әдіркен, олчан, сұлыстары туаяра. Қандары әдіркен, олчан, сұлыстары туаяра. Аллан деки кэрэбы, сулу стары туаявы. Каннары эдэркэн кысчан, сулу стары кютэрэн. Каннары эдэркэн кысчан, сулу стары кютэрэн. Эй! Дружбан, иди-ка сюда! Осторожнее! Прям в лоб долбанул! Бежим отсюда! Вставай!
Снова он пришел. Подкинь угля в печке. Скоро смена придет. Сегодня тоже в гости идешь?
Не разбил? Все нормально? Все хорошо. Нормально. Не разбилось. Эй, чмо, есть курить? Эй, куда уходишь? Дядя? Дядя! Открой дверь! Ну-ка, парни, заходим. Давай, заходим. По-моему, дом подожгли. Я канистру там видел. Когда на смену?
Хороший был дом. Сходил на кладбище. Почему улыбишься? Как дурак. Что молчишь-то? Ты от жизни. Что вообще хочешь? Чего тебе не хватает? Что случилось? Там что-то есть. Смотри, смотри. Бей, бей. Вот она. Хватай ее. Вот она, вот. Посиди тут. Стой! Вот она полетела. Вот она. Вот она полетела. Бежим! Откройте! Отпустите нас! Иди к нам. Пойдем. Мы рады, что вы с нами на этой дискотеке. Спасибо вам большое. И сегодня поздравляем молодого, нашего парня Степана Петрова. Он с честью защитил свою родину, отслужил в армии и вернулся. Я хочу лично поздравить и пожелать всего наилучшего. Степан, пусть всегда будут рядом хорошие друзья. Счастья, успехов. И эта песня для тебя.
Закурить не дашь? Девчонки, показать вам кое-что. Ух ты! Ладно, все, я поехал. Пока. Эй, может, еще выпьем? Да ладно! Подождите! Короче, я домой пошел. Реально домой? Не уходи! Пусть уходит! Да пусть уходит, не держи его! Там турбаун, ну да, и музыка.